Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своих покупках. Первое, что я купила, это салфетки от NYX Be Gone. Пробовала их несколько раз, но они мне очень понравились. Очень хорошо удаляют тональную основу, но с тушью с моей новой от Benefit справляются они не очень. Но тушь эту смыть очень сложно любым средством, каким бы я ни пробовала. Это увлажняющий мист для лица от Tony Moly. Объемом 60 мл. И мне он очень понравился. Очень хорошо освежает лицо. И если вы перепудрились, то хорошо удаляет припудренность. Испробуем. Вот такая вот миленькая упаковка зайчачья. Работают продукты корейские очень хорошо. Всем рекомендую попробовать. Следующая моя покупка. Заказывала я ее на Amazon. И пришла она мне примерно дня за два. И это бронзер от The Balm. Bahama Mama. Вот так он выглядит. Достаем его. И вот такой вот книжечкой. Вот так он открывается. Цвет очень хороший. Набирается на кисть очень хорошо. Легко можно с ним переборщить. Пробовала я его всего лишь один раз. Но уже сейчас понимаю, что надо быть осторожнее с ним. Просто очень хорошо встряхивать кисть. И наносить совсем чуть-чуть. Даже после одного раза использования могу сказать, что бронзер мне понравился. Также одной из причин, почему я заказала этот бронзер, был тот факт, что в составе нет талька. Что, кстати, очень-очень хорошо для нашей кожи. Ну вот, в общем-то и все. Всем пока!